Да, в общем, я сегодня в Кишиневе. Вот зашел в мясной корпус. Хоть образно показать вам. Я на рынке. Ну, он, конечно, не такой, как у нас в Бендерах. Это явно видно. Большой достаточно. Тут всевозможные продукты, в основном овощи местного производителя. Вот. Их очень-очень много всего. Такая экскурсия впервые. Его, конечно, не обойдешь за день. Но при желании вообще все можно сделать. Я же со своей стороны пойду, хочу пройтись там, где есть продают железки. Я не с этой стороны зашел. Надо было немножечко другой стороной идти. Ладно, пойдемте этой стороной, а там посмотрим. Хочу я кое-что спросить, есть ли или нету. Да. В общем, барахла тут очень много. А мне надо будет немножко все-таки. А видите, тут все завалено буквально. Что угодно есть. Так что Кишинев — это Кишинев. И вот национальная музыка идет. Желательно, конечно, ходить в масках. В маске я тоже иду. Ну, вот такой вот он. Всего дворных магазинов куча. Надо было. Ну все, я думаю, да? Может, у него это есть? Давайте чуть-чуть еще вот с этой стороны. Да, как бы здесь крышечки. Всякая всячина продается. Тут как бы людей очень мало. Рынок, конечно, большой. Что вам показать еще? Ну, вот как раз здесь барахло. Возможно, даже его можно оптом купить. Всего море. Прилавки большие. О, аппаратура всякая. Какая только тебе надо. Так, идемте дальше. Глянуть бы еще с этой стороны, что есть. Ну, смотрите сами, делайте выводы сами. Быстренько хоть гляну
Ну, барахло, оно везде одинаково. Я тут не этот самый, но... То, что я имею, то я имею. Меньше. О, барахла сколько. Ужасно, сколько барахла. 350 лей. Ну, может быть, это все-таки, наверное, больше. Но нет, все-таки не буду тут. Да. Что ты хочешь есть? Вот эти тут. Это такой, даже не обзор, а просто иду просто по рынку. Черт. Так, это я сейчас буду на выходе. А солнышко сейчас где-то 10 часов, 9 часов примерно. Ну, что ли, я думаю, на этом пройдемся и хватит. Вот там такой рынок в Кишиневе. Ну а к автовокзалу, конечно, проще дойти с этой стороны, идя сюда, по этой части и по этой стороне. А, тут тоже много барахла всевозможного продают. Так я не спросил, сколько стоит мясо. Да, может быть, и не стоит спрашивать. Тут какое-то здание. Я не знаю, что за здание. Так. Не буду